Я Наталья Неведрова, это проект «Национальность.ру». Мы приехали на Чукотку, чтобы познакомиться с чукчами. Мы приехали в Анадырь и узнали, что есть две группы чукчей. Береговые называются анкалин и чаучу, оленеводы. Услышали главное правило гостеприимства. Напоить чаем горячим, согреть – это закон Чукотки. Посетили традиционное жилище чукчей. Вот такая она, яранга внутри. И в ней очень тепло. И примерили не менее теплый чукотский костюм. Есть внутренний. А, у вас там еще подкладочка. Услышали, как поет журавль. И научились традиционному танцу журавля. Журавль сопровождает партнершу и куда? Такими шагами. И раз, два, а еще идти три. Надо же, подождите. Раз. Освоили чукотскую резьбу по кости. Так, возьмите так. Ой, как картошку чистить. Очень конечно. Удобно. И даже решились на тот самый традиционный кровяной суп. Узнай больше о чукчах из большого выпуска проекта «Национальность.ру».